לפני שבוע התחלנו ללמוד משנייה לתימטאוס נידילון עזת מנאצ'ל יזוצ'ת פטרו התימטאוס ושם התחלנו ללמוד קטע של גדילה רוחנית או איך להשתנות היא הייתה מנאצ'ל יזוצ'ת ממנט духовного роста или как нам меняться. Я говорил про новое рождение и что такое новое рождение. И очень важный вопрос нового рождения, рождения свыше, это то изменение, которое происходит с нами. И вот Илья говорил про свет из глаз. Сегодня мы не будем... Мы не будем изучать, изучать вторую Тимофею, но мы будем говорить про Пурим. Потому что Пурим тоже связан с изменением и духовным развитием человека. Кто из сидящих здесь никогда не слышал про рассказ Эстеры, про рассказ про Пурим вообще? Все знают, что такое Пурим. Может быть, некоторые не знают. Тогда нужно открыть священные писания, книга Исфирь, и вы очень многому там сможете научиться. Но коротко я расскажу про это, потому что там есть очень э, значительные вещи. Когда сделали канон, э, выбрали канон священных писаний. Было сомнение вносить ли книгу Эстер в Канон? Кто-то слышал, почему сомневались? На протяжении всей книги не упоминается имя Бога. Когда вы как, такое ощущение, как будто вы открываете газету Правда с 1980 какого-то года и читаете рассказ про какую-то страну, не говорят про Бога вообще. Так может быть эта книга недостойна, чтобы быть в каноне Танаха. Но э, все-таки решили, что да, стоит ее внести, хазака, потому что в ней есть такое послание а про историю. то, как Бог работает невидимым скрытым образом. И я буду говорить об этом немного, Эт... и этот рассказ начался еще до того, как родилась Эстер. Здесь, в нашей стране, в этой земле, было царство uh, Дромит. Южное царство. И Южное царство называлось Иудейским царством. Цари, которые правили царством Иудейским, это был Давид и царь Соломон. Еще несколько э, других царей. Но они не были примером. Василия, и через спустя некоторое время многие цари отходили от путей Давида и uh, поклонялись идолам. И многие пророки пророчествовали и мы говорили, если вы не прекратите uh, так делать, то будет большая проблема. И в один день пришел на И выселил всех из Иудеи в Вавилон. Остались только самые бедные в этой земле. Забрал всех uh, умных людей, образованных, богатых, всех забрал в Вавилон. И uh, это событие называется Вавилонским пленением. И пророк Иеремия Amaraz, тогда сказал,

то земля будет отдыхать от вас 70 лет. И они переселились в Вавилон. И что происходило с нашим народом в Вавилоне, некоторые истории вы знаете, например, в книге Даниила. Но я должен сказать, что народ израильский э, очень хорошо устроился в Вавилоне. Потому что они были умными. И через некоторое время они заняли неплохие посты в Вавилонской империи. Балтасар, и, может быть, вы помните человека, которого звали Валтасар, который сделал большой праздник. Клей и, он, алкоголь. и он взял uh, сосуды, которые были из храма Господа, и uh, налил туда алкоголь. И они устроили праздник перед идолами своими. Кир, הקיר, מנ, מנ, ופרסין, נגמר, и тогда вышла рука из äh, стены и написала несколько слов, которые означали, что все с тобой, все кончено. Вы знаете, что это? בעצם, То, что Валтасар, Бавлит, Все цари Вавилонской империи. Они знали про пророчество Иеремии. И он сделал неправильную пересчет. И он подумал, что все, 70 лет закончились. Что теперь Бог сделает? Давайте сделаем праздник. Мы несколько раз рассказывали здесь подобный рассказ. Когда один человек возгордился перед Богом, и Бог сказал, я тебя утоплю в воде. Он сказал, ты не сможешь меня утопить, потому что я к морю близко не подхожу. А после 20 лет, он получил билет на шикарный круиз. Титаник. На Титаник. И он сказал, ну поеду я, почему нет. Там будут 4000 тысячи человек на этом корабле. И что из-за меня всех 4000 тысячи потопят? Он пошел на корабль и веселился, и пил, и все было у него отлично. И вдруг все услышали голос небес. 30 лет я вас собирал на этом корабле.

Не нужно поднимать нос перед Богом. Если ты что-то не понимаешь, так просиди скромно. Хабба, Следующий царь Бавель, זה, э, кир, кир в Вавилоне его звали кореш. на иврите Кореш Кир на русском языке. Этот парень был более открыт для израильского народа. И он даже дал <coughs> указание восстановить храм. <coughs> и вы помните, что Эзра, Неемия и вернулись сюда. Не все евреи захотели сделать алию из Вавилона. Из двух-трех миллионов только где-то 42 тысячи э, переехали сюда. Остальные сказали, нам и в Вавилоне неплохо. Они сказали, мы иврит уже не помним. Лучше мы лучше говорим на английском языке. И остались в Вавилоне. И после некоторого времени, когда Кир очень обрадовался тому, что восстанавливается храм, и он давал на это деньги, и орудия защиты купил, все

Потом к власти пришел царь, царь Хашвирош, именно тот самый, который был царем во время Эстер. Он и его жена Вашти. Знаете, кто такая Вашти? Помните? Вашти. Не знаете эту царицу? Она была дочкой Навуходоносора. И им они не любили израильский народ. Но они и так нормально они... относились. И евреи приносят пользу для нашей страны. Но Изра... Израиль мы не любим. Ама Потому also, что они завоевали палестинские земли, поэтому Израиль мы не любим. Also, они нормально относились к евреям, которые жили в Вавилоне? Но независимое государство Израиля они совсем не принимали и не любили. И они пытались поиграть с пророчеством Иеремии. И подумали, что 70 лет уже прошло, а народ израильский не вышел оттуда. Давайте сделаем праздник. И в 180 дней Ахашвирош сделал большой праздник. Э, и об этом мы уже читаем в книге Эстер. Шикורים, каха, и в один день они уже просто э, варялись пьяные, и себя не помнили. Редбуль экстази. в экстазике. Yeah. И тогда Хашвирош в пьяном угаре сказал своей ваште, приди сюда раздета и покажи свою красоту всем. Но она была, у нее был характер марокканский. Она была дочь Навуходоносора. И она сказала, да кто ты вообще такой? Она сказала, это кто ты вообще такой, чтобы я тебя слушал. И он ее выгнал, и вот таким образом мы читаем эту, эту историю. И мы видим, как царь выбрал новую царицу. И это была э, девушка из еврейского народа, и звали ее Эстер. И мы должны понять, что Вавилонская империя была огромной в то время. И как я уже сказал, евреи там жили совсем неплохо. они не э, скрывали свои национальность но сильно они не выпячивались а. они говорили так кур роман абрамович меня зовут роман абрамович они руси я русский мимоца э, э... и гуит из еврейской из еврейского народа. Из еврейского народа. А рим, Или Корин говорили, ли? мистер Кушнер. Меня зовут мистер Кушнер. Они американки. Я сто процентов американец. А худи, Но каха. у меня еврейские корни. Мо Сандерс, Акшава, Зеше, э, Нилхам, Негет, Трамп. Mm -hmm. или как этот Сандерс, который сейчас О, Амер, э, в политической гонке. Он говорит: да, я еврей. А Но во-первых, для я американец. Поэтому э, я заберу посольство из Иерусалима и верну его в тель Ну вот так, так они к себе относились. К в основном они изменили имена. А, э, некоторые из них изменили имена. Э למה הם שינו שמות? עוד בזמן כששבי קרא ודניאל וכל זה, גם הם שינו שמות, אתם זוכרים? Vous דניאל ש... הפך להיות גם לבלטסר, אני חושב, uh, משייח ועבדינג. Uh, זה, uh, זה כמו שאתם זוכרים את הסיפור הזה על, uh, על איך קוראים לו? צוקרמן. Вы помните, да, что русские евреи тоже меняли имена, Цукерман был Сахаров и так далее. Нужно было как-то влиться в это общество. Я думаю, что они не сделали это в плане игры. Они, эти люди, действительно очень верили в то, что они члены, вернее, граждане Вавилонского государства. Как и, Троцкий. все... и как Троцкий, который сделал революцию и перевернул. Или как Зеленский. Они... Я говорю с большим уважением ко всем этим евреям.

И, возможно, из-за какой-то пропаганды или образа жизни они были очень далеки от того, чтобы стремиться быть израильтянами. Но они были также евреи, которые... Например, дома домой бы он бекон не занес, но на работе вместе со своими сотрудниками он спокойно мог это поесть. Он, они хотели быть современными людьми этого мира. זה, לנו, лама эмар, и это нам äh, намекает на то, что почему и Иезекииль позже сказал, שלכם, когда я верну вас в вашу землю, я גללה לחכם, גילו לחם, זה כמו צואה. (אומרת בערבית: (אומרת בערבית: כשקשורים לעבודת אלילים) אני לגמרי לא חושב שכל עם ישראל שם בבבל היה משתחווה לאלילים, אבל השייכות הזאת למדינה הזאת Я не думаю, что все евреи, которые жили в Вавилоне, поклонялись вавилонским идолам, но то, что они чувствовали себя принадлежащей этой стране, идолопоклоннической, это уже делало их оскверненными всеми этими мерзостями. И вдруг мы видим, как Эстер поднялась на высочайшую позицию. И вдруг Мордыхай, у которого было влияние, скорее всего, был э, ответственен за безопасность царя. У него тоже был статус определенный. Но вдруг но оказалось, что он, ему противостоит человек по имени Аман.

Он был э, просто законченным антисемитом. И не из-за какой-то идеологии. Просто я тебя не люблю. Ну как говорят антисемиты. Ты Авраам, может быть и хороший человек, но все равно мне хочется тебя убить. Почему? Как? Вот так вот хочется. Мы жили в этом. Мы это пережили. это пережили и жили в таком месте. Почему ты ненавидишь народ израильский? Ладно еще, палестинцы думают, что у нас есть хвост и, Ах. и рога, которые мы прячем под волосами. У кого есть волосы. У кого нет, так кипой прячет. Но там просто ненавидели. И Аман ненавидел Israel, израильский народ и начал весь этот балаган. И в нашей истории такие события происходили миллион раз. Но вся эта история подвела к тому, что, что этот страх Israel, завоевал народ Израиля. А страх — это очень плохая вещь. Но из-за страха они начали искать Бога. И они обновили свои отношения с Богом. И вдруг они начали видеть чудеса и знамения. Они не сидели на руках. Иногда им нужно было взять в руки меч. Иногда они постились и молились.

Страх это плохо, но и его Бог иногда использует для того, чтобы вернуть нас к Нему. Если мы забываем, возможно вся красота этого мира, и все э, похоти этого мира. Возможно, увлекли нас. Бог, если ты мне дашь, не дашь машину или еще что-то, все это глупости. В жизни человека есть только три вещи, которые очень важны. Это Бог, мишпаха, это семья и сможет сказать здоровье. Дворим, Остальные вещи менее важны. Когда мы э, с возрастом, мы это понимаем. Когда мы молодые, мы это меньше понимаем. Элухим, Бог, мишпаха, семья вебриют. и здоровье. И когда мы умеем учимся справляться Entonces, с этим, тогда мы хорошо относимся к людям. И мы благословляем, и мы благословляем людей и принимаем благословения. И что бы ни происходило в нашей жизни, нас это меняет. И вот произошли чудеса. И вдруг народ израильский в стране вавилонской видит, как Бог э, э, вдыхает в них жизнь. И как Илья сказал, у них появляется свет в глазах. И не только это. Но даже идолопоклонники, жители Вавилона, видя это, хотят стать евреями. Я был антисемитом, и сейчас я стал евреем. Потому что небесный свет может сокрушить любые стены. Мне понравилось то, что сказал Илья. Мы нуждаемся в том, чтобы получить этот свет. И я хотел поделиться с вами несколькими короткими уроками по на этой теме. Первый урок. Когда мы изучаем uh, пророчество, во-первых, их нужно изучать без гордости. Потому что Валтасар изучал пророчество с гордостью, он подумал, что уже прошло 70 лет, и можно делать все, что угодно. И Новый Завет дает нам помощь в этом. Во втором Петра написано, Невозможно объяснить никакого пророчества, пока оно не происходит. Поэтому очень хорошо изучать. Но быть апологеями пророчества и представлять себя великим теологом, который все понимает, это просто гордость. И я возвращаюсь к тому, что сказал неделю назад. Мы должны изучать священные писания. Но намного важнее жить священными писаниями. Понимаете? Жить на основе священных писаний. Быть человеком милосердным. לסלוח יותר מלשפוט. פרשת בולשת שימא סושדת. אבל לעמוד על אמת כשיש צורך לעמוד על אמת. לא לשכוח להעביר אמונה Не забывать передавать свою веру следующим, последующим поколениям. Если кто-то не согласен с этим, то моя молитва, чтобы Дух Святой проговорил к тебе прямо сейчас. Второй урок. В Деяниях Апостолов в 17 главе написано אחד, от одной плоти и крови כלומר, וחава, с, то есть от Адама и Евы Бог сотворил всех людей и дал каждому человеку особенное призвание. И каждому народу особое призвание. В России, когда там властвовал коммунизм, и, кстати, вся идея коммунистическая, она не настолько плохая. В принципе, она очень тонахическая. Но что из нее сделали? Всех сделали людьми серого цвета. Это неправильно. Потому что священные писания говорят нам, не только у каждого народа есть призвание, у каждого человека есть, есть призвание. И если есть у тебя хорошие и плохие вещи, <coughs> и плохое и хорошее есть у каждого метала, человека. И цель каждого призвания — это понять, что в тебе плохо, и исправить это, и развивать все то хорошее, что есть в тебе. И Шауль говорит в Деянии апостола, он говорит, у каждого народа есть призвание узнать Бога и служить Ему. У народа Израиля Откровение о, Бог, о Боге связано с тем, чтобы возвратиться в эту землю. И здесь я должен сказать людям из других народов, а, люди не евреи, это не, второс... это не второй сорт. Не дай Бог. Такие же сыны и дочери Бога. Когда они здесь в Израиле, а ли йот, йот, то Священные Писания им очень рекомендуют

Потому что Рабанут сегодняшний э, придумал очень много вещей. Очень много лгал и продолжает лгать. Но для того, чтобы быть народом Израиля, нам нужно исполниться Божьим страхом и а, учить, что написано в книге.

то ты истинный иудей, как написано. И uh, написано в Откровении, что сам небе, ангел с небес отмечает, помечает тех, которые принадлежат Богу, а не какой-то раввин с Иерусалима или с Тель-Авива. Но если ты живешь в другой стране, ты не еврей, тебе не нужно становиться евреем, потому что ты прекрасен тем, как Бог сотворил тебя. В свое время Ной сказал Яфету, если ты будешь пребывать в шатрах Сима, то ты будешь благословен. אומרет, Что это значит? Тебе нужно быть Яфетом. Но uh, шатры Сима это, это во-первых, книга Сима. Это внутренняя связь с народом Израиля не с Амалеком, но с народом Израиля. И продолжая быть Яфетом, и ты будешь в благословении. В том месте, где ты находишься. И очень важно понять, что нам нужно быть тем, кто мы, кем мы призваны быть. Еще один урок из того, что я изучаю здесь. Мы переходим от понимания к пониманию. К филиппийцам написано так. Как ты понимаешь, так и продолжай понимать. Или, и, если, и если есть что-то отличающееся, но ты честен перед Богом, то Он тебе откроет. Мордехай, вот посмотрите на Мордыха и Эстер. Они были евреи, но они жили в очень сильной ассимиляции. Даже имена их стали не Мордук. А Мордыхай – это от слова Мордук. Это был идол. О, безман, безман а, во время вавилонской башни. А Эстер от слова Иштар. Это богиня а, плодородия земли. Но לאט לאט, השפעה של לוהים עובדת איתם ואנחנו רואים שיום אחד אסתר אומרת למרדכי תתפללו בשבילי <תגלות> Это откровение. На следующий день она говорит, молитесь и поститесь за меня. И молитесь, чтобы я смогла сделать следующий шаг. Почему я говорю об этом? Есть на русском языке очень хорошее выражение, что под лежачий камень вода не подтекает. זה אומר שאנחנו צריכים קצת לזוז <ש> <ש> וגם כתבי קודש אומרים לנו И священные Писания говорят нам, что дела каждого человека будут проверяться огнем. И нам это э, говорится, что нам прежде всего нужно уповать на Бога. Но также и делать что-то. Есть много людей, которые говорят, чтобы молились, пусть молятся лидеры общины, старейшины. И ты тоже должен молиться. Пусть учителя школы танахической учат моих детей. Нет, ты должен учить своих детей. Когда у вас есть неверующий муж или жена, Священные Писания говорят, продолжайте быть вместе. Откуда ты знаешь, не освещаешь ли ты своего мужа? Что это значит, освещаешь своего мужа? Я uh, хочу предложить вам uh, толковать это слово свои дела, на основе дел. Что это значит? Это не то, что твоя аура будет освещать его. Это сверхъестественная вещь, которая принадлежит небесам. И это тоже работает. Но ты должна говорить с ним. Ты должна молиться за него. Ты должна быть для него хорошим свидетельством. Тебе нужно говорить с ним. И найти мудрость, как объяснить это. И, возможно, это возьмет много лет. Но в один день это произойдет. Я помню свидетельство одной женщины. Ее муж не просто был против веры. Он был пьяница. И она внутри себя держала это слово, что я должна осветить его. И потом она свидетельствовала, в один день, э, среди ночи, потом, ра, она вдруг а увидела, ка, что ее муж встал с кровати и ушел. И она тогда кричит ему, постой ты куда? И و... он не обернулся, а просто ушел. И она хотела встать, чтобы побежать за ним. И вдруг видит, что он спит. Возможно, это бес, который оставил его. И она видела это. Это была это был ответ на многие молитвы на протяжении многих лет. И потом утром он встал, начал одеваться. Это был в христианской церкви в какой-то. Он в воскресенье начал одеваться. И она говорит, куда ты собираешься? Он говорит, ну с тобой в твою церковь. Бог знает, как освещать, если мы не спим. Okay. Мы понимаем вещи потихоньку, но нужно в это вкладываться. Нам нужно сделать что-то. Не думать, что кто-то за меня выучит. И последний урок на сегодня. Дварим кашим. Сложные вещи. Басипур шел Пурим аю дварим кашим. В истории Пурима были сложные вещи. Ле дугма. Например. Ми ехол летет Какие сложные вещи были там? Ми пхинат хаим. В плане жизни. Ну, таки дули. Скажите. Аман хотел уничтожить евреев.

С одной стороны, послание Якова говорит нам, а послание к Якову говорит, что радуйтесь, когда в вашей жизни происходят сложные ситуации. С, одной, с другой стороны, Иешуа учит нас в молитве «Отче наш».

эти обе вещи были произнесены под влиянием Святого Духа. Что правильно? Yes, Есть такое выражение, mm -hmm. She, что сложные вещи ⁇ no это еще одна э, возможность, чтобы, <laughs> <laughs> чтобы продвинуться. Oval. Но... Но в нашем а разуме родзимедзе. мы этого не хотим. Поэтому очень хорошо молиться, не веди нас в искушение. Но если это уже происходит, не нужно убегать от этого. И не нужно сильно много плакать. Потому что плач тебя делает слабым. Будь рациональным. Попытайся понять, почему это происходит. Попроси у Бога силу и благодать и э, борись с этим. И ты увидишь, что весь это вся эта ситуация осветит тебя. Это принесет тебе веру. Если ты полагаешься на Бога, если ты на связи с общиной верующими, Поэтому написано быть вместе, быть друзьями. Иногда одному очень сложно устоять. Когда ты проходишь сложную ситуацию, у тебя нет поддержки от друзей, это очень сложно. Очень-очень сложно. Pecイия, и для нас это слово ⁇ Я верю с небес ⁇ Не просто Бог собирает верующих в эти местные общины, чтобы мы были друзьями, чтобы мы познакомились друг с другом. Невозможно быть друзьями со всеми, но маленькие группы. И когда ты проходишь трудности, есть поддержка. И ты вместо того, чтобы упасть, укрепляешься. И про наше время. Если мы откроем Матфея от или Луку, от Луки 20 глава или Матфея 24, Иешуа говорит там про последние дни. И он говорит так. Будет балаган во всем мире. И он говорит, это признак того, что я скоро приду. И здесь я должен быть с вами честен. В каждые 100-120 лет есть что-то похожее. Например, постоянные войны. Or, или непрекращающиеся землетрясения или эпидемии. И все когда говорят, вот, вот оно пришло. Может быть. Лучше сказать, может быть. И быть более скромным в толковании лет. Но написано, Еще говорит, и Священные Писания говорят, не нужно бояться. Потому что сказано вам, что все это должно прийти. Что происходит сейчас с этим вирусом?

Mamash, очень и очень плохо. Adain, ragil, э, но, ber, berabot, но все равно а, умершие от простого гриппа, число умерших от простого гриппа все еще превышает. Но я должен вам сказать, эти вещи происходят. Azze, и в это время очень хорошо укрепляют друг друга ободрением положительным. Возможно, хорошим рецептом. Дать вам хороший рецепт. Чай с лимона. Виталий говорит, еще виски добавить туда. Я этого не сказал, потому что нас э, онлайн слушают. Что um, мне делать? <coughs> <coughs> есть те страны, в которых верующим нельзя прикасаться к алкоголю. А если а есть страны, когда если ты э, пьяный в стельку не валяешься, то можно. Если ты не напиваешься и в здравом уме, sí, светлый в в общем, на Каббалат Шаббат можно вино прикупить. они У нас уже начались толкования Пурима. Я изучаю книгу Эстер и даю вам уроки с книги Эстер. Если мы верим в Бога, и мы уважаем друг друга, у нас есть дружба. 99 Тогда 99% у нас будет свет э, в глазах. И это даст силу не только преодолеть э, сложные вещи, но также помогать другим людям. Я верю, это было 2000, я помню, это было в 2006 году. И у нас четыре, в, на, в северном округе упали где-то четыре тысячи ракет с Ливана. Это Хайфа, Крайот, Акуна, Ария и весь этот. Кто помнит? Многие uh, помнят. زухер, اي, 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 Я помню, к, как мы сидели клад. с нашими соседями в Бомбоубежище. В и те, которые здесь, э, и те, которые здесь родились, они, по идее, должны к этому относиться как э, к, детскому, э, к детским игрушкам, они с этим родились. Они просто кричали от стресса. لأцמي, لاتхил, ישуа, я не видел для себя возможности там на, начать э, свидетельствовать о Мессии Ишуа. Но в какой-то момент я получил помазание юмора. У тебя всегда. <laughs> 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 И начал с ними шутить. و... И чувствовал, как это электричество разрядилось. Не всегда мы знаем, что сказать. Есть люди, которые всегда знают, что сказать. Я не из этих. Но если у нас есть свет э, в есть глазах, ададит, если у нас есть взаимное укрепление, у нас будут слова и помазание Святого Духа. Как перенести, как передать э, правильное свидетельство? Вчера Аня и Толик рассказали мне хорошее свидетельство в том месте, где они работают. Работают. Я думаю, что у каждого есть эта возможность. И не скрывайте такие свидетельства, дайте ему продвигаться. На учебе, на работе, дома, неважно где. И Бог поможет нам. И как в конце книги Эстер написано, что даже не евреи хотели стать евреями. Насколько же тогда наши дорогие евреи захотят уверить, э, поверить в Искупителя Израиля, Мессию Иешуа. И на этой ноте я хочу завершить и помолиться за всех. Давайте мы встанем. Отец наш Небесный. Хай Ты живой и существующий Бог. Ты, люб... Ты Бог любящий и благословляющий, поддерживающий и направляющий.

Помоги нам понять не только в голове, но и в сердце, что ты требуешь от нас. Что значит праведность? Что значит э, требование Божьего Слова? Что значит действие Святого Духа? И что значит твое благословение? Помоги нам. Во имя Ишуа Мессии. Аминь. גם אנחנו מתפללים עבור כל המדינה שלנו אם אולי זה נשו סטרנו תשמור מהנגיף הזה סחרנין נסעת בווירוסה תן חוכמה לממשלה די מודרס נאשמו פרביטלסטו אנחנו מתפללים מציון עבור מדינות אחרות אם אולי זה סיונה זה דורקייסט על איראן וסוריה זה סיר ואיראן Италия и Син. За Италию и, Корея и Япон. Корея, Китай и Японию. Пожалуйста, прекрати эту эпидемию. И мы молимся, чтобы ты помог нам. Мы верим, что ты слышишь наши молитвы. Во имя Иешуа Мессии.